Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Юлиана Морозова. Сегодня в нашем выпуске. В пятницу в 7-й школе прошло открытие уголка памяти, посвященного погибшему в зоне АТО ильичевцу Виталию Шуму и встреча с ветеранами войны. 8 мая, в День памяти и примирения, в Ильичевске прошло несколько значимых событий. Впервые у обелиска славы прошла поминальная молитва, а копилка краеведческой комнаты музея пополнилась новым экспонатом. В канун праздника Дня Победы портовики традиционно угощали участников боевых действий 1941-1945 годов солдатской кашей, а также подготовили для них праздничный концерт. В Музее истории Ильичевского морского торгового порта прошла встреча ветерана Второй мировой войны с молодежью. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. 8 травня в Європі відзначають 70-річчя перемоги над нацизмом. У цей день у 1945 році британський прем'єр Вінстон Черчилль оголосив про закінчення війни з Німеччиною. Україна цього року вперше приєдналася до європейської традиції. 8 травня в нашій державі відзначається як День пам'яті і примирення. Символом Дня пам'яті та примирення в Україні, як і в багатьох країнах Європи, став червоний мак. У Верховній Раді відбулося урочисте засідання, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі українського народу у Другій світовій війні. Під час засідання виступив президент Петро Порошенко. Були присутні прем'єр Арсеній Яценюк, члени уряду, а також колишні президенти України, предстоятелі церков, представники іноземних парламентів та дипломатичного корпусу. До сесійної зали запросили ветеранів Червоної армії, Української повстанської армії, а також учасників нинішньої боротьби з російською агресією на Донбасі. Згідно з рішенням парламенту, бійців Української повстанської армії визнано борцями за незалежність України. Також на засіданні Верховної Ради прибув генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун. Чинний британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що він очолить уряд одного народу та зробить Великобританію більшою. Про це він сказав у своїй промові після зустрічі з королевою, після того, як на відбувшихся у Великобританії загальних парламентських виборах консервативна партія отримала необхідну для формування уряду більшість депутатів. Девід Кемерон також заявив, що його партія зможе виконати свої обіцянки, серед них провести референдум про членство України в Європейському Союзі. У Єврокомісії заявили, що ні Україна, ні Грузія не отримують безвізовий режим з ЄС на саміті Східного партнерства у Ризі наприкінці цього місяця. Виступаючи у Брюсселі після того, як Єврокомісія оприлюднила свій щорічний звіт, спікер Єврокомісії Наташа Берто заявила, що комісія знає про бажання України та Грузії отримати безвізовий статус на саміті, але це дуже амбітне з точки зору термінів. Вона додала, що Єврокомісія готова рухатися далі в наступному звіті наприкінці 2015 року за умови досягнення прогресу. У звіті Єврокомісії йдеться, що і Україні, і Грузії потрібно зробити більше в області боротьби з корупцією та торгівлею людьми. Грузію закликала досягти прогресу в боротьбі з обігом наркотиків, а в той час як Україна, Брюссель закликав активізувати закони, що стосуються організованої злочинності та боротьби з дискримінацією. Біля причалів Ільичівського морського порту номер 3 та 4 швартувалося величезне судно-контейнеровоз. Максимальна вантажомісткість контейнерового гіганта складає 9200 ТЕУ. Ширина судна 49 метрів, довжина 300 метрів. Після обробки в Ільичівському порту судно попрямує до Стамбулу. В ільичівських портовиків вже накопичений багаторічний досвід обробки судів такого типу. Це дозволяє проводити роботи з добре організованою і високою продуктивністю і в короткі терміни, підкреслив заступник начальника порту по операційній діяльності В'ячеслав Газун. 14 травня в Ільичівський морський порт зайде ще одне судно із аналогічними характеристиками. В 7-й школі создан уголок памяти, посвященный погибшему в зоне АТО ильичевцу Виталию Шуму. Открытие стенда прошло в пятницу при участии общественности города.
Виталий Шум, погибший в июле прошлого года в Донецкой области в ходе проведения антитеррористической операции, закончил 7-ю школу. Силами учебного заведения был подготовлен информационный стенд, который занял почетное место в школе. На открытии уголка памяти присутствовали представители городских властей, ветераны войны, представители общественных организаций, учащиеся нескольких школ нашего города. Принимая в подарок копию стенда от школьной администрации, родители Ильичевского героя не могли сдержать слез. Для нас это очень важно, потому что мы переживаем, чтобы нам много говорят, что зазря погиб ребенок, да? Ну, такое мнение. Но мы хотим наоборот, чтобы помнили, потому что у нас и геройски поступал, и был герой, и у нас в душе он остается героем. И у нас остается, только мы гордимся своим сыном, что он у нас такой герой. С другой стороны, это патриотическое воспитание молодежи нашей. Они видят и участвуют, и сейчас будут уже и знать, помнить и уже по-другому вести себя, потому что они поняли, что очень многие ребята молодые уходят защищать Украину. Среди присутствующих были и те, кто давно знал Виталия Шума. Мы чтим как бы своих героев, героев города Ильичевска, и мы этого человека знаем с детства, скажем так, ну, росли, дружили вместе и очень много времени проводили вместе. А сейчас уже весь город и, допустим, школа, в которой он учился, так на таком уровне провела это мероприятие и, ну, пригласила родителей и представителей всех, ну, общественных организаций, партий, которые тоже знают и помнят, теперь будут помнить о нем, как о нашем герое. После открытия уголка памяти в актовом зале школы прошла встреча с участниками боевых действий 40-х годов. В зале присутствовали также воины-интернационалисты и нынешние защитники Родины. Военные песни напомнили ветеранам о давно минувших событиях. Война дороги наши развела. Осталась любовь без продолжения. Без продолжения, но она была с сомнением, с надеждой, с волнением. Она была, пускай не до конца. Смогли мы первым чувством насладиться. Я помню, как прощаюсь у крыльца, и до рассвета не смогли проститься. Я помню сладость тех далеких дней, я помню горечь временной размолвки, и как традиционный соловей приумножал значение невдомолвки. А как забить смешливый голос твой, и живость обжигающего взгляда, и несказанно сладкий непокой, и примирение быстрого слава. Со мной осталось это навсегда, в душе звучат той чудной песни звуки, и потому, поверь мне, никогда не упрекну тебе без руки. Но тот огонек в душе горит, и вовсе не обойден я судьбою. Тебе спасибо сердце говорит за все, что связано с тобой. С 70-летием победы над нацизмом ильичевцев поздравил заместитель городского головы Сергей Белюк. Уважаемые ильичевцы, со слезами на глазах, с глубокой радостью, хочу поздравить всех с этим светлым праздником весенним, с праздником победы над нацизмом. Искренне пожелать, чтобы такого горя наш народ больше не испытывал. И чтобы всегда светило солнце, чтобы всегда небо было чистым, и чтобы всегда цвели маки. Победа над нацизмом стоила миллионов человеческих жизней. Тысячи подвигов наших дедов навсегда останутся в памяти последующих поколений. Восьмого мая, в День памяти и примирения, в Ильичевске состоялось несколько значимых событий. Впервые у обелиска славы прошла поминальная молитва, а копилка краеведческой комнаты музея пополнилась новым экспонатом. В пятницу священнослужители города провели поминальную службу у обелиска славы, где захоронены останки 27 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в 1941-45 годах. Службу провели протоиерей Михаил Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и протоиерей Роман Украинской Греко-Католической Церкви Пророка Ильи. По словам доктора исторических наук Игоря Сапожникова, первая за 70 лет поминальная служба на могиле погибших во время войны – это значимое событие для нашего города. Впервые мы отмечаем День памяти 8 мая и отмечаем его, как вы видите, на у мемориала, по сути дела, на могиле погибших воинов, которые освобождали Ильичевск в 1944 году.
И для меня это особенно важно, потому что сегодня впервые на могиле был прочитан молебен. И впервые же были названы имена всех 27 погибших, которые лежат здесь под могильной плитой. Поэтому мне этот день очень волнителен, дорог, потому что я приложил руку к тому, чтобы установить все эти имена. И наконец-то как бы справедливость восторжествовала. Теперь молитва произнесена. Краеведческая комната музея, расположенная во Дворце культуры, пополнилась новым экспонатом. В пятницу ветераны передали работникам музея копию флага Победы. Воин-интернационалист Николай Северин – один из инициаторов создания полотнища. Это точная копия, и при том самая лучшая на территории СНГ, копия знамени Победы, вот, которая развивалась в 1945 году над крышей гитлеровской рейхсканцелярии. Значит, в этом бою на крыше гитлеровской рейхсканцелярии участвовали и бывшие жители нашего Ильичевска, к сожалению, ныне покойные, они жили в моем доме. Это Сброшко Григорий и Александр Мирошниченко. Спасибо городским властям, что поддерживают в нашем городе мир и спокойствие. Спасибо Валерию Яковлевичу Хмельнюку, Сергею Александровичу Белюку и всей их команде. Самое главное, чтобы у нас в городе был мир. Теперь каждый желающий, посетив краеведческую комнату музея, сможет не только поближе познакомиться с историей Ильичевска, но и с мировой историей. В канун праздника Дня Победы портовики традиционно угощали участников боевых действий 1941-45 годов солдатской кашей, а также подготовили для них праздничный концерт. Вот уже 40 лет Ильичевский морской торговый порт отмечает вместе с участниками боевых действий 1941-1945 годов День Победы. В пятницу в летном зале культурно-делового центра Ильичевского морского торгового порта прошла очередная такая встреча. Главными гостями таких мероприятий всегда были и остаются ветераны войны. Многие из них стояли у истоков создания торгового порта в нашем городе. У нас в порту, после того, как закончилась война, начало строиться наше предприятие, мы трудились рядом с участниками войны. У нас их было сотни. Мы гордимся, помним их каждого. У нас были герои Советского Союза, значит, награжденными орденами, медалями, солдатской славой. В этот праздничный день, конечно же, не обошлось без искренних поздравлений и пожеланий. С праздником Победы всех присутствующих поздравил мэр города Валерий Хмельнюк, представители Ильичевского морского торгового порта и Ильичевского филиала администрации морских портов Украины. Пожелать вам добра, счастья, удачи и приглашаю завтра приходите на митинг к обелиску нашего. Мне очень радостно видеть всех, кто сегодня пришел на этот праздник. 70 лет, 70 лет мы чествуем этот день. И каждый день, к сожалению, каждый год людей, которые вложили свою лепту кровью, жизнями, здоровьем, остается все меньше и меньше. Дорогие друзья, наша задача, тех, кто сегодня собрался, помнить об этом, отдавать дань уважения, помнить о тех, кого нет, чтить тех, кто сегодня среди нас, помнить об этом, для того, чтобы создавать ту идеологию, то, что будет в дальнейшем для наших будущих поколений истинной жизни. Победа, которую завоевали наши отцы и деды 70 лет назад, плодами этой победы пользуемся мы. С праздником вас, дорогие друзья! Всех благ! Ветеранам большого-большого здоровья. Прошло 70 лет уже. Мы склоняем головы перед теми людьми, которые воевали за победу. Мы чтим память нашего народа. И мы помним те страшные последствия, которые принесла война. После концертной программы всех гостей праздника ждали вкусные угощения. Пшеничная каша, кусок черного хлеба, сало, ломтик соленого огурца и фронтовые 100 грамм.
Информация Ильичевской бассейновой больницы водного транспорта. С 30 апреля по 8 мая на пункт связи скорой помощи поступило 402 вызова, из них 53 к детям. 4 вызова оказались сложными. Бригадами скорой помощи оказана медицинская помощь на дому 264 гражданам. Доставлено на приемный покой для госпитализации 83 человека. Один вызов поступил в связи с дорожно-транспортным происшествием. Всего в приемное отделение больницы обратились 370 человек, из них 181 был госпитализирован. В травмпункт больницы обратилось 195 человек, из них с травмами криминогенного характера 14 человек, укушенных бродячими животными 7 человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 2 человека. За минувшую неделю в Ильичевске родилось 19 детей, 10 мальчиков и 9 девочек. В четверг в Музее истории Ильичевского морского торгового порта прошла встреча ветеранов Второй мировой войны с молодежью. В теплой предпраздничной атмосфере сегодняшние школьники благодарили фронтовиков за их подвиг и героизм в период войны с фашизмом. Под звуки духового оркестра сотрудники Ильичевского филиала администрации морских портов Украины встречали особенных гостей – участников боевых действий 1941-1945 годов. У нас такі шановані гості, як Касьян, почесний громадянин міста, ветеран Другої світової війни Касьяненко Олександр Нестерович, запрошений до нас, портовик, який у нас 29 років пропрацював в Ільичівському морському торговельному порту, а також портовичка і ветеран Другої світової війни Канінкова Надія Петрівна. Ну і вони, звичайно, зможуть розповісти нам сьогодні про ті трагічні події. Для своїх почетних гостей сотрудники філіалу адміністрації морських портів України вместе з подопечними контейнерного терміналу, воспитанниками Ананівської школи-інтерната провели літературно-музикальну композицію «Немеркнуче світло великого подвигу». Во время встречи также был показан фильм о событиях Второй мировой войны под названием «Великая победа». В этот день не обошлось и без живого, теплого общения ветеранов с молодежью города. Всегда приятно, когда общаешься с людьми, а тем более, когда встреча с юностью, такой возрасте, в который я вступил в войну. И мне всегда приятно, что они очень внимательно и с душой воспринимают все те напутствия и пожелания, которые им желаешь, к чему призываешь их, к тому, чтобы выросли настоящими громадянами цветущей Украины. Сделали Украину действительно цветущей. Несмотря на почтенный возраст, ветераны полны сил и энергии. Слава Богу, что силы есть. Вот. Несмотря, что такие года у меня, но я стараюсь держаться и воспитывать правнуков. По мнению организаторов мероприятия, в сегодняшнее непростое время такие встречи имеют особое значение. Это надзвичайно важливо, потому что дійсно немеркнуча слава ратного подвигу живе в серцях наших уже 70 років. І саме завдяки тому, що була монолітна нація наша, вона подолала ворога. Тому зараз, коли такий тривожний час на сході нашої країни відбуваються трагічні події, зараз нам, як ніколи, потрібна саме оця єдність у подоланні тієї агресії, яку зазнає зараз наша країна. Общаясь с молодежью, ветераны вспоминали свою боевую молодость, а ребята поблагодарили фронтовиков за их героизм во имя победы.
Завершаючи наш інформаційний випуск, пропонуємо вашій увазі перелік культурно-масових та спортивних заходів, присвячених святкуванню 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та Дню пам'яті та примирення, які відбудуться 9 травня. З 7 до 9 години пройде загальноміська акція «Доброго ранку, ветерани», в рамках якої міські навчальні заклади, громадськості та політичні організації міста вітатимуть ветеранів вдома. О 10-й годині біля обеліску «Слави» розпочнеться мітинг «Реквієм». З 10:30 тут виступатиме Народний хор ветеранів Палацу культури з програмою «Пам'ять про них в нашому серці жива». Об 11:30 в Приморському парку розпочнеться концертна програма Палацу культури «В серцях нащадків буде вічно жити». В будинку дитячої та юнацької творчості о 10:00 пройде конкурс дитячого малюнку на асфальті «Світ без війни». А о 13:00 розпочнеться концертна програма «Низький уклін вам, ветерани». О 22:00 годині біля обеліску «Слави» лунатиме святковий феєрверк. В селищі Олександрівка мітинг біля пам'ятника загиблим воїнам розпочнеться о 10:00 годині. Після його завершення сельчани зможуть пригоститися солдатською кашею біля будинку культури та подивитися виступи творчих колективів. Малодолинському також о 10:00 годині біля пам'ятника загиблим воїнам відбудеться мітинг, потім розпочнеться концертна програма творчих колективів біля будинку культури. В селі Бурлача Балка мітинг відбудеться о 9:00 біля пам'ятника загиблим воїнам, після чого пройде святковий концерт. Протягом вихідних в Музеї образотворчих мистецтв працюватиме виставка предметів порцеляни до 70-ї річниці перемоги і стогне вічним спогадом земля під світлим небом України. Також у суботу та неділю в Палаці спорту «Юність» з 10-ї години проходитиме чемпіонат України з універсального бою серед хлопчиків та дівчаток 10-11 років, а також юнаків і дівчат молодшого віку 12-13 років. Протягом вихідних у Музеї образотворчого мистецтва експонуватиметься картини одеських художників Дмитра Каржавіна та Володимира Редіна «Не проходіть мімо». А у виставковій залі музею – персональна виставка робіт Оксани Мась «Сакральна геометрія». У неділю 10 травня о 15 годині у театральній залі Палацу культури пройдуть вистави «Пушкін та Сальєрі» та «Кам'яний гість» молодіжного театру-студії «Нарнія» з міста Одеси. 10-11 травня протягом дня в шахово-шашечній спортивній школі відбудеться турнір шахів серед вихованців школи. А на базі Річівського міськвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю та понеділок проходитиме відкритий чемпіонат міста зі спортивного пішохідного туризму «Травень-2015». У понеділок 11 травня о 14 годині в міській дитячій бібліотеці відбудеться «Година доброти. Рідненька матінка моя, ти як небесна зірка. До Дня матері». На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Завтра в это же время смотрите итоговый информационный выпуск «Ильичевские новости. События недели». Следующий выпуск программы «Ильичевские новости» выйдет в эфир во вторник, 12 мая. Поздравляю всех ильичевцев с Днем памяти и примирения и желаю добра, удачи и мирного неба. А сегодня с вами была Юлиана Морозова. Всего вам доброго и до свидания.